Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь программа «Стройка». Горячее лето закончилось, а значит, закончился один из этапов большой строительной кампании. И сегодня, во время этого вынужденного перерыва, давайте посмотрим, так из чего же и что строили этим летом. Многие считают, что главное в доме – это стены. Хотя стены, как известно, только лишь 30% всех затрат, вложенных при строительстве. Однако эта цифра может с легкостью возрасти, если неэкономно, бездумно, надеясь только на знания прораба, возводить ограждающие, да и внутренние конструкции – стены. Стена – строительное сооружение, огораживающая что-либо или отделяющая некоторую часть территории, а также боковая поверхность этого сооружения. Стены можно условно разделить на несколько категорий. Несущая – она воспринимает нагрузки от вышележащих перекрытий и конструкций. Самонесущая воспринимает свой вес, например, наружные стены в каркасных зданиях. Навесные – это наружные панели в некоторых типах панельных зданий. Они навешиваются к перекрытиям. Ненесущие стены, опирающиеся на смежные внутренние конструкции здания, например, перекрытие, каркас. И ограждающие. Ограждающие стены из легких материалов, защищающие от атмосферных осадков. Однако, как мы понимаем, ограждающая стена, конструкция, во многих случаях является и несущей. Понимая и зная свойства каждой конструкции дома, можно с легкостью рассчитать и количество материалов, и установить, какие технологии применять. Вместе с экспертом Андреем Курошевым в одной из прошлых программ мы говорили о таком материале, как пенобетон, и об особенностях его применения в стенах. Вот один из ярких примеров того, как правильно использовать материал в стенах и какие учитывать факторы. Андрей, ну первое, когда говорят о доме из каких-то блоков или из какого-то материала, прежде всего, конечно, правильно в эти слова вкладывать еще маленькое дополнение, потому что из этих материалов должны быть построены по-хорошему именно наружные стены дома. Андрей Курошев, ведущий эксперт по загородному строительству в России, автор сайта изба.су. Потому что внутренние стены домов все всегда правильно строить из полнотелого кирпича, обычного керамического, красного или белого кирпича, силикатного. Потому что в этих стенах нормальные конструкторы, хорошие архитекторы всегда размещают много чего. Там можно разместить вентканалы, дымоходы, различного рода штробы. Вот. Эти стены обладают хорошей несущей способностью. Хотя газосиликатные блоки тоже обладают неплохой несущей способностью. Эти стены обладают большой теплоинерционностью, большой теплоемкостью. Летом эти стены будут приятно прохладными, а зимой, в случае нормального отопления, они будут запасать в себя некий запас тепла, и таким образом теплоинерционность нашего строения, то есть такая тепловая комфортность, она будет выше. Потому что газосиликат не обладает такими свойствами. Это прежде всего его можно назвать утеплительным материалом.
А из утеплительного материала логично делать именно наружные стены. Однако, несмотря на это, чаще всего ограждающие, как несущие, так и самонесущие конструкции, делают все-таки из кирпича. Совсем недавно мы побывали в одном из строящихся коттеджных поселков Подмосковья. В основном здесь представлены дома, выполненные по нескольким технологиям. Традиционные кирпичные дома из теплого материала и здания со стенами с внутренней теплоизоляцией. Теплоизоляция. Это элементы конструкции, уменьшающие передачу тепла. Теплоизоляция применяется для замедления нагрева или охлаждения всюду, где необходимо поддерживать заданную температуру. В строительстве теплоизоляция применяется для наружных стен зданий, кровель, полов и так далее. Благодаря этому снижается расход энергии на отопление и кондиционирование. Итак, а теперь давайте посмотрим на один из примеров теплоизоляции. В данном случае нам представлено внушительное загородное жилище высотой в 3 этажа. Причем планировка здания отличается от классической. Итак, мы находимся уже в другом доме. Что здесь интересного? Этот дом общей площадью 392 метра. Особенностями этого дома, так сказать, являются наличие гаража в подвале на 2 машины, котельной и помещение под сауну с отдельным дымоходом. Первый этаж из себя представляет просторную кухню, санузел, большую прихожую и на 65 квадратных метров гостиную, скомпонованную с лестницей на 2-й этаж. Этот дом выполнен по следующим технологиям. Железобетон, монолит, цокольный этаж, кирпичные стены, 1,5 кирпича. И для теплоэффективности утеплен этот дом с наружной стороны термопанелью. Здесь вы можете посмотреть на срезе дома. Это место под каминный дымоход. Собственно, дымоходы Шидель выполнены. Вы видите кирпичную стену. И видите вот здесь срез вот того самого утеплителя. Это теплозащитная облицовочная панель на основе пенополиуретана с лицевым слоем из плитки керамогранит. Значит, стена выполнена из кирпича толщиной в 1,5 кирпича. И наружное утепление, термопанель, 80 мм пенополиуретан с облицовочным материалом, плитка из керамогранита. Тепловая эффективность этого дома, собственно, заключается, состоит именно в облицовочном слое утеплителя. Чтобы, так сказать, получить общее представление, насколько дом по такой технологии будет теплым, ну, можно попробовать представить себе 1,5-метровую стену из щелевого кирпича, и теплоэффективность у них будет сравнимая. Однако этот метод утепления стены, между прочим, меняет и само название. Теперь эта конструкция не просто стена, а несущая многослойная ограждающая конструкция. И так, как мы слышали, Евгений Инякин сравнивает многослойную стену с применением утеплителя с 1,5-метровой однослойной кирпичной стеной, как бы ставя между этими конструкциями знак равенства. Так поступают многие, если не все. Однако оказывается, что эта теория ошибочна. Об этом нам любезно согласился рассказать ведущий эксперт по загородному домостроению в России Андрей Курыш. Дорогие друзья, наша программа продолжается. Андрей, совсем недавно мы ездили на один из строительных объектов, где специалисты именно того строительного объекта показывали нам, как устроены стены. Стены устроены довольно просто. Собственно говоря, была стена из кирпича, и утеплена она была пенополиуретаном. То есть наносился пенополиуретан непосредственно на стену. Мне же, например, показалось, что слой этого пенополиуретана был избыточен, скажем так, да? Андрей, так в чем же разница между многослойными и однослойными стенами? Мы видели разные варианты, и наши телезрители интересуются, да, и люди просто теряются, собственно говоря. Какие у них основные отличия и какие свойства у этих стен? Ну, с однослойными стенами все более-менее понятно. Это стена из однородного материала. Либо это кирпич, там, пенобетон, газосиликат. Ну, что угодно, но вот этого что угодно, его сколько-то там сантиметров, и оно там вот все одинаковое. Многослойные стены, существует масса различных конструкций многослойных стен, но мы
вообще пришли к выводу, и в ранней передаче, как прочее, что на самом деле единственным правильным и грамотным вариантом многослойной стены является двухслойная стена из наружного слоя утепления и внутреннего несущего тяжелого, холодного каменного материала, потому что они выполняют разную функцию. Наружный слой утепляет, внутренний несет и стабилизирует температуру. Так вот, конечно, более простым, беспроигрышным с точки зрения ошибок, возможных при строительстве, является использование, конечно, однослойных стен. Эти стены просты, технологически понятны. Их невозможно сделать неправильно, их невозможно испортить. Потому что двуслойные стены всегда нуждаются в грамотном расчете. Шутка такая. Может ли быть счастливым брак по расчету? Может, если расчет правильный. Может ли быть грамотно сделанная двуслойная стена? Конечно, двуслойные стены делаются и могут быть сделаны, но при том, что их делают уже с пониманием, их делают более квалифицированные специалисты, чем просто застройщики. В двухслойных стенах у нас нужно контролировать вопрос паропроницания. У нас всегда наружный слой должен быть более паропроницаем, чем внутренний, потому что изнутри наружу, из более влажного помещения, зимой это, как правило, теплая среда дома, наружу выходит пар, и он беспрепятственно должен выходить в среду, более разряженную по пару. И вот зачастую бывают утеплители, которые не паропроницаемы. Это экструзионный пенополистирол. Это пенополиуретан, о котором только что спросили. Так вот, они действительно запечатывают дом полностью по влаге снаружи. Хорошо это или плохо? Если слой пенополистирола или пенополиуретана достаточный для того, чтобы в нем не образовывалась точка росы, потому что вот стена у нас выглядит таким образом. И температурная характеристика у нас выглядит таким образом. Вот у нас идет здесь большой перепад по температурам, а здесь он идет уже меньший. Вот температура на наружной поверхности стены никогда не должна приводить к выпадению там конденсата. То есть она всегда должна быть больше 6-8 градусов Цельсия. И если мы утепляем дом каким-то пара непрозрачным материалом, который совершенно не проводит ни влагу, ни пар, то вот слой этого материала, он считается не с точки зрения утепления, необходимости утепления, а с точки зрения невыпадения, условия невыпадения росы на внешней стороне стен. Поэтому утепление пенополиуретаном, которое может показаться избыточным с точки зрения вот визуальной или с точки зрения тепла, оно может быть очень даже обоснованным с точки зрения невыпадения росы. Поэтому идеальная стена вот, двухслойная, она, по идее, должна быть как можно тоньше внутренняя часть и холоднее, и как можно больше и теплее наружнее. Ну, здесь, конечно, баланс, он тонко считается, но я хотел главный смысл донести в том, что мы прежде всего должны контролировать это по точке росы. Утеплять паронепрозрачными утеплителями можно в случае, если вы делаете слой достаточным для неупадения точки росы. Однако перед тем, как разбивать мифы, прежде всего посмотрим и послушаем, какие ошибки можно допустить при возведении обоих типов зданий. Казалось бы, так нет никакой разницы между стенами однослойными
и двуслойными. И даже вот специалистам спрашиваешь, ну а все-таки есть какая-то разница в доме? Вот один дом сделан вот из такой стены двухслойной, а другой просто из однослойной. Ну и говорят, ну там начинают говорить, там, ну дешевле, там, дороже, там, еще что-то. Спрашиваешь, ну а в чем же самая главная разница? Это есть в чем-то? Ну, все так говорят, да нет никакой разницы вообще. А разница есть. И вот сейчас я расскажу, в чем есть разница. Когда мы находимся, вот мы находимся с вами зимой, например, в теплом доме. Вот вокруг меня однослойные теплые стены. Ну и мы ходим, вот щупаем стены все руками. Говорим, о, ну стена теплая, там, ну, 20 градусов, там, 22, 23, не знаю. И мы думаем, что мы находимся в теплом доме с вами. И думаем, ну вот вдруг у нас отопление сломается. Или на улице резко похолодает, или что-то. А вокруг нас такая громадная масса теплого камня, пока она там остынет. Что происходит? Ломается отопление. Мы щупаем стену через час, через два, через три и смотрим, стена-то у нас холодеет прямо на глазах. Мы-то думаем, ну там же вот 50 сантиметров теплого материала, тепла. Ведь мы щупаем рукой, она теплая, но мы ошибаемся. Почему мы ошибаемся? А мы ошибаемся потому, что на самом деле она не теплая внутри. Вот мы нарисуем стену. Вот, допустим, 50 сантиметров стены из какого-то материала, там, из кирпича, неважно еще. Вот у нас плюс 20 градусов Цельсия температура внутренней поверхности стены. И минус 20 снаружи, допустим. Как у нас распределяется в стене тепловая? Значит, вот как-то так она распределяется. Это значит, что если мы возьмем дрель, просверлим стену вот сюда на 10 сантиметров, то мы здесь получим уже плюс 10 градусов Цельсия. Просверлим наполовину, мы вот здесь будет 0 градусов Цельсия. А дальше стена будет иметь у нас минусовую температуру. То есть, на самом деле, я вот человечек, который находится в теплом доме, он щупает температуру стены и думает, что вся эта стена теплая. А на самом деле стена у нас, вот этого теплого дома, имеет, если ее интегрировать температуру, вот взять и выпрямить эту кривую, 0 градусов Цельсия. И вот мы находимся в огромном, как бы каменном доме, но на самом деле в этом каменном доме температура каменных стен не плюс 20 градусов Цельсия, а 0. То есть на самом деле он холодный дом. В нем запасено тепла очень немного. Потому что теплой эта стена является только вот здесь, с самого краешку. И когда у нас вырубается отопление, и дом начинает охлаждаться, то вот этот холод, который стоит в стене, потому что основная стена, она холодная, он у нас моментально начинает, грубо говоря, как враг, подползать изнутри стены и выползать к нам наружу сюда. И получается, находясь как бы в теплом доме, в огромной каменной массе материала, а мы тепла-то в нем и не запасли, у нас теплые внутренние конструкции дома где-то находятся, да, действительно. А все наружные стены дома на самом деле холодные. И в качестве теплоаккумулятора, в качестве надежды на то, что этот дом у нас будет долгое время остывать, эти надежды у нас не оправдываются. Он будет остывать очень быстро, потому что фактически он холодный, 0 градусов Цельсия. Что мы имеем со стеной двухслойной? И вот мы нарисовали двухслойную стену. Имеем те же самые, там, имеем ту же самую каменную массу. Например, вот у нас здесь пенобетон, у него там, ну, 600 килограмм на куб плотность. Имеем здесь кирпич, у него плотность выше, раза в 2-3, полнотелый кирпич, допустим, мы берем. Поэтому вместо 50 сантиметров там пенобетона мы можем здесь 25 сантиметров кирпича
иметь. Но при этом, в этом случае, смотрите, у нас здесь 20 градусов Цельсия. Человечек наш стоит, щупает стену, она такая же, как здесь. 20 градусов Цельсия, и там, и там. Но вот эта стена у нас гораздо теплее, потому что на конце этой стены у нас 8 градусов Цельсия. И если мы заинтегрируем нашу температурную составляющую, то у нас где-то температура стены будет 15 градусов Цельсия в среднем. В случае двуслойной стены мы имеем теплым весь каменный дом практически. То есть в нем действительно запасено тепла раза в 3-4 больше, чем в однослойных стенах. И когда у нас ломается отопление так же, как здесь, то вот этот каменный дом, утепленный снаружи, той же самой массы, остывает гораздо медленнее. Почему? Да потому что он запасает тепла гораздо больше первично. Потому что действительно он является реально теплым. Напомним, что температура среднеинтегральная однородной стены при минус 20, плюс 20, у нас 0 градусов Цельсия. А вот утепленные стены из тяжелого материала порядка 15. В ней запасено гораздо больше тепла. То есть дом на самом деле является более теплоинерционным. А что это значит? Это значит, что зимой он будет дольше остывать в случае аварии, а летом он будет долго переживать жару в случае наступления какой-то климатической коллизии, как сейчас жарко. И вот поэтому вроде бы с одной стороны разницы нету, а с другой стороны разница есть. И разница большая. Поэтому такой совет телезрителям. Если вы хотите избежать проблем и не умеете строить дома, не уверены в своих силах, однозначно стройте стены однослойные из однородного материала. Если вы более грамотны, если вы с пониманием относитесь к вопросу паропроницаемости, как разместить слои утепления и как они работают, если у вас есть деньги на хороший утеплитель, что немаловажно, потому что хороших утеплителей практически нету, то я советую вам все-таки делать дом из тяжелого кирпича, полнотелого, и внутренние стены, и наружные. Утеплять его, вы получите систему более теплостабильную, более теплоинерционную. Итак, дорогие друзья, итогом нашей сегодняшней программы может стать давно известное выражение «предупрежден, значит вооружен» или «среди хорошего выбирай лучшее». Несмотря на то, что Евгений Някин заблуждался, стены в доме возведены по превосходящей технологии. Какому типу стен отдать предпочтение – личное дело каждого. Однако главное, что стоит помнить любому застройщику, вы строите не просто дом, вы строите будущее. Свое, будущее своих детей, ваш собственный загородный дом. Дорогие друзья, внимательно следите за расписанием наших следующих программ. В скором времени в эфир выйдут следующие материалы в рамках программы «Стройка». В следующей программе мы поговорим с вами о типичных ошибках строителей. Так чьи же это ошибки строителей или архитекторов? Кроме того, посмотрим, как может осесть фундамент, почему он утонул. Итак, как правильно проводить гидроизоляцию и утепление фундамента. Об этом и многом другом мы расскажем вам уже на следующей неделе. Следите за программой нашего телеканала. После того, как дом построен, надо убрать все лишнее и подмести на строительной площадке. Однако на сайте нашего телеканала в разделе блогов телеведущих мы лишнего ничего не убираем, и все ваши комментарии обязательно останутся. Но не просто останутся, а будут нами прочитаны и услышаны. Так что, дорогие друзья, заходите на сайт нашего телеканала zagrad-tv.ru и оставляйте ваши предложения, комментарии. Ну а если вы хотите поучаствовать в нашей программе, хотите получить дельный совет,
то также пишите в этом блоге. С вами был я, Андрей Довгопол, ведущий программы «Стройка». На этом наша программа подошла к концу. До новых встреч!